Что значит число рациональное? Рациональное это означает, ты можешь его записать без корня. Вот и все. А если оно без корня не записывается, считается иррациональным. Тут есть такой, кстати, ответ. Все числа иррациональны. Чтобы получить. Поэтому надо каждый из них посмотреть, где я могу извлечь корень, а где не могу. Ну вот 0,81, да, 0,81. А, вот когда у нас сразу признак, то есть вот если запятые и нули отбросить, у нас будет 81, да? Оно что здесь 81, что здесь и что здесь. Корень из 81, вообще-то говоря, извлекается, да? Это у нас девятка будет. Корень мы еще можем извлечь в каком случае? Если, например, будет парочка нулей, тогда это будет 90. Или мы можем еще извлечь, если два знака после запятой. То есть, например, вот так, два знака после запятой. Это 0,9. А если запятая как-то по-другому стоит, 1,0 или один знак после запятой, то мы извлечь сразу, говорю, не можем. Не можем. То есть получается, вот видишь, 1,0. Это сразу иррациональное. Это одна запятая иррациональная. То есть вот у нас какие варианты? 0,9, 9 и 90, понимаешь? А между них будет. А вот этот единственный, который можно извлечь, это будет 0,9. Значит, рациональным является только одно число. Вот это. И ответ будет 3. То есть в плане оформления, что мы можем писать вот так? Пишем этот корень иррациональный, это рационально, а здесь извлекаем. Значит, пишем ответ 3. Все. Еще какое число, вот если мы будем цепочку продолжать, да, то есть 81 это у нас как бы посерединке, да, мы можем извлечь его. Если мы в ту сторону в увеличение идет там, мы как бы по два знака должны добавлять. Видишь? Два знака. 8, 100. Потом, если мы еще больше хотим, то мы еще 2. По одному нельзя. То есть 4 уже будет, да? То есть это извлекается 9, это 90, это уже 900. А тут по одному из нулю, видишь, добавляется 0, 2 нуля. В ту сторону, если мы идем, которые извлекаются, то есть рациональные, тут опять будет 2 знака 0,81, так? 0,9. Здесь... Если еще, то надо еще два знака после запятой. То это уже будет 0,081. Это уже будет 0,09. То есть, как мы тут получаем число? Пишем 9,9,81. И мы же 0,09 умножали на 0,9. То есть, два знака после запятой. Два знака, значит, в ответе 4 знака после запятой. То есть, вот так. То есть, 2, 4, видишь? 2, 4, а 1, 3 нельзя. Будет иррациональное число.